Нет, не получится. Я могу тебя раскатать. Мы сделали, мы будем делать дальше в октагоне. Я могу тебя раскатать. Поэтому оно с рук не сойдет никому. Я сюда пришел, чтобы каждому доказать, что я не только в просторах интернета пахан, но и в октагоне тоже. Что касаемо тебя, ты мне интересен. Интересен? Да, ты мое легкое мясо, которое... Конечно, я всем интересен. И я тебя раскатаю конкретно. Я только что увидел, что ты там делал. Да, и что? Да, поэтому, я не знаю, кроме как бычка, я там ничего не увидел. Нет, ты там стоял... Бычка? Бычка, бычка. Что значит бычка? Бычок — это тот, который просто взял, побежал. Ну, хотя бы дерни, да, уже. Дерни, да, уже. Ты про саратовскую школу говоришь, дерни, да, провали уже. Ты же видишь, человек на тебя бежит, голову спустил вот так. И ты так же, ты был подобен ему. Ты без обид, да, я просто со стороны то, что видел, никого уровень зацепит, и личность тоже никогда жизни не затрону. Поэтому мы здесь делаем шоу, не только сидя смотря здесь. Смотря твой уровень, любезный, вот так вот я боксировал, когда в спортзал пришел первый раз, вот смотря твой уровень. Вот я так боксировал первый раз, когда в спортзал пришел, вот твой уровень. Ты говоришь, ты там стоял, смотрел на меня, ты там ничего не видел. А я смотрю на тебя, я ничего не вижу. Просто вот просто прозрачное зеркало вижу в тебе. Вот и все. Когда ты и я тебя раскатаю конкретно тебя, понял? Когда ты с цыганом дрался, только бой начинался. Все я когда было. Увидел, как он на ногах стоял, честно, тебе надо пойти развал схождения сделать, братишка. Ты на ногах стоять не можешь. Я принял бой с Цыганом, из-за того, что меня босс попросил. За неделю я начал... Вы его подставили. Вы его год грузили, в смысле босс попросил. Я вышел с ним драться, мне уже матчмейкер говорит, типа, ты уже какой-то боишься. Я говорю, я вышел с того, принципиальный бой вышел, пожалуйста, с собой. 4 килограмма больше меня. Еще ты меня заставил, Андрюха. Перед боем, босс, Женя, вот матч. Конечно, вес да гонять. Да он красавчик, мы он организовал наш бой. Я вышел с ним, я говорю, он мне застал ночью вес гонять. Конечно. Я там нервничал, туда стоял, сейчас опять, я, ты согласился, то сейчас бой сорвется, опять скажешь, костюм из Дубая, опять там испугался или что-то. Вот теперь ты к боксу должен хорошо подготовиться, чтобы я тебе наберу задницу, Андрюх, вот сейчас по боксу. Все, не хочу тебе плохого ничего говорить, ты что, закончился, мы раскачали все как надо. Что с тобой будет? Ну вот. Я тоже, вот как Шамиль говорит, что там что-то там ничего не видел. Я тебе тоже там ничего не увидел. Я тебя по боксу раскатаю. Просто конкретно. Вы увидите, что будет и в ринге. И тебя тоже я раскатаю. Хлопай, хлопай. Нет, правильно делаешь, хлопай. Мне все будут